Дорогие друзья, уважаемые товарищи, ребята, родители, учителя, хочу от имени нашей фракции, от всех, кто определяет политику в области образования, поприветствовать вас и поздравить с началом нового учебного года. Жорес Алферов, Нобелевский лауреат, член нашей фракции, который создал лучшие учебные заведения в стране, где школа, наука и производство объединены, готовит самых выдающихся физиков и математиков, просил передать вам привет и пригласить в свою школу, двери которой открыты для детей, рабочих, крестьян, простых граждан. Мы находимся в районе, где нет привилегированных сословий, где есть труженики, которые всегда определяли судьбу нашей державы. Хочу от имени моих коллег Мельникова, Кашина, Смолина, которые подготовили закон образования для всех. Этот закон дает возможность каждому бесплатно получить вплоть до высшего образования и первое рабочее место. Он внесен в Государственную Думу. И я надеюсь, что мы вместе с вами и вашей поддержкой примем этот закон. Он давно стучится в двери, и страна желает быть умной, образованной и успешной. Хочу вас поздравить от своего семейства, которая за все 320 лет последние работала в школах и вузах. 10 педагогов из моей семьи преподавали все основные предметы, кроме иностранного языка. Сегодня я отправил в школу из 8 своих внуков 7, которые продолжают учебу в школах и вузах, и они кланяются вашему прекрасному педагогическому коллективу. Я благодарю тех, кто живет и трудится в этом районе. Вы многое сделали для подготовки школы. Вы все сделали для того, чтобы передать лучшие традиции. Главная задача семьи – это научить ребенка трудиться и передать все лучшее, доброе, вечное, что хранят наши традиции. Школы – формировать гражданина и патриота, а культуры – сделать все, чтобы новое поколение было добрее и гуманнее предыдущих. Все эти лучшие традиции заложены в вашей школе. У вас прекрасный музей, хорошие спортивные традиции, традиции трудиться и побеждать. Новых удач вам, мои юные, дорогие друзья. С праздником! Отправляем!